Бронебойное нападение на кассира научно-исследовательского института химического машиностроения Невельскую. Похищен чемодан, фибровый, цвет коричневый, размер 30 на 40 сантиметров. Приметы преступника устанавливаются. Повторяю. Полковник Корнилов, из уголовного розыска. По поводу кассира Невельской. Игорь Васильевич меня зовут. Так. Спасибо, до свидания. Так какие идеи, Юра? Что с Невельской, Игорь Васильевич? Плохо, реанимация она, разговор исключается. Так какие идеи? Похоже, что грабитель не профессионал. В наглости ему не откажешь. Небогато. Слепой вахтер, перепуганный мальчишка, инженер Студенкин. Фотолюбитель и любитель свежего пива. Так что же у нас в активе? Лохматый бандит огромного роста. Это первое. Второе. Убежал в сторону дома, который находится на капитальном ремонте, как показал мальчишка. Других очевидцев не нашли. И это среди бела дня. В подворотне преступник столкнулся с пенсионеркой Жердевой. Что она говорит? Молчит. Что значит молчит? Она говорит, что ничего не помнит. Испугалась? Испугалась. Вася, ты сколько как от нас из управления ушел начальником район? 2 года. 2 года. Юра, давай в институт. Все о Невельской. Друзья, враги, знакомые, привязанности, семья. Все о Невельской. Я же бросил, бросил. Ну, если бросил, то бросай. Пошел. Кто у тебя занимается районом происшествия? Сретенский. Все на строгий контроль, Лавин. Особенно путь возможного ухода преступника. Двор, сарай, чердаки, подвалы, дом разваленный. Вряд ли он мотается в городе с чемоданчиком, с деньгами. Район твой, город я беру на себя. Как ты сказал, Жердева? Да, здесь, квартира 45. Каждый несет свой чемодан. Знаете, есть такая английская пословица. Вот вы милиции, вы и разбираетесь, а я не свидетель. Нет. Не свидетель я. Но вы же видели этого парня. Вы же видели, как он бежал. Бога ради, вы меня не приплетайте к этой истории. Ну, видела. Да, да, видела я. Ну, бежал, бежал. Я несла в авоське 2 десятка, я уже говорила вашему товарищу, 2 десятка яиц. Кстати, 2 яйца оказались сбитыми. Я еще тогда этого, правда, не знала. Когда тогда? Ну, тогда, когда говорила с вашим товарищем, вот, на месте этого кошмарного происшествия. Вот, пожалуйста. Правда, врачи говорят, что вредно есть каждый день яйца. Знаете, этот ужасный холестерин. Ну, поймите, я не в таком возрасте, чтобы каждый день спускаться в гастроном за яйцами. И у меня не такая пенсия, чтобы я могла себе позволять каждый день покупать 2 десятка. Поэтому, когда он налетел, как вихрь, прям как ураган, как смерч, я потратила все усилия для того, чтобы прикрыть собой авоську. Что, я виновата, да? Нет, вы не виноваты.
Мы виноваты в том, что среди бела дня на улице ударяют женщину ножом, и никто ничего не видит. И холестерин будет в порядке, и давление не поднимется. Моя хата с краю, и все нормально. Все правильно. Вам кого? Я из уголовного розыска. Мне бы хотелось поговорить. Вы по этому делу об ограблении? Но тут у нас в подъезде уже опрашивали всех из милиции. Вас зовут Казанский? Да. Игнатий Борисович. Ну, мы, мама и я... Мама и вы уже беседовали с нашим сотрудником, я знаю. Скажите, Игнатий Борисович, а больше никто не живет в вашей квартире? Живет. Дедушка. Но он уже давно болен. Очень болен. Впрочем, заходите. Неудобно на лестнице разговаривать. Обычно мы давали Любе провожатых из тех, кто оказывался под рукой. Знаете, у нас нет такой специальной штатной единицы. Многие отказывались. Действительно, не их функция. Очень нас выручал в последнее время Студенкин. Это тот, который задержался у пивного ларька? Да, это ужасно. Ужасно. Простите, у нас не курят. А, прекрасно. Я как раз бросил. Геннадий Иванович, а давно он взял на себя эту дополнительную постоянную нагрузку? Студенкин? Да. Полтора месяца. Он очень милый человек, очень милый человек. Знаете, его никогда не надо было уговаривать, он просто сам вызывался. Родителям Невельской сообщили о случившемся? Да сейчас они, вероятно, знают. Знаете, как-то по телефону никто не решился взять на себя эту горькую миссию. Как-то в счастье мы бываем увереннее, а в горе... Откуда же они узнали? Да все он же, Студенкин. Он был в ужасном состоянии, а вот все-таки вызвался. 3-5. Я Нарва. Студенкин Вячеслав Григорьевич. Год рождения 1947. Родился в Ленинграде. Закончил химико-технологический институт. Работает в Институте химического машиностроения. Волост. Домашний адрес. Наличная улица, дом 19, квартира 163. Кто там пришел? Это из милиции, Алексей Георгиевич. А. Пусть войдут. Видите, у него сердце мне важно. А Любина мама в больнице скоро придет. Ну, пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Георгиевич, ну что же вы встали-то? Садитесь, спрашивайте. Может быть, не сейчас? Я потом зайду. Потом, может быть, поздно. Спрашивайте. Ничего не сделала. Как же ты? Боялась. Я не хочу. Мне казалось, что все за мной следят. Тихо. И вообще, тихо, я не хочу иметь дело тихо, с этими... Тихо, иди. Кто вас? Иди, я все объясню. Игнатий. Иди, ну иди. У меня там за портретом сигара есть. Дай сигару. Не чинись. Здесь? Ага. Прошу. Забыл разговор разговаривать. После болезни 2 года молчал. Там учился. Сам. А зачем? Разговаривать не с кем. Молчите. А
не спрашивайте, почему. Наверное, трудно ответить на такой вопрос. Я хотел с тобой о внуке перемолвиться. Я слушаю вас, Григорий Иванович. Когда кассиршу ограбили, Игнашка прибежал домой сам не свой. И время не урочное. У него по четвергам лекции до часу. А он побежал сразу после ограбления. С набережной, через проходной двор. Я бы его с переулка сразу увидел. Он всегда через переулок ходит. А вы что, вы его в чем-нибудь подозреваете? Это не мое дело подозревать. А в какое время? Как давно пришел домой? Без 20:12. Вы это точно помните? Еще бы. Игнашка пришел и дверь хлопнул. Он всегда дверью хлопает, чтобы не досадить. Я еще удивился, что это охрана. Посмотрел на часы. А ваши часы когда заводят? По воскресеньям. У них недельный завод. Дождь заводит. У вас еще какие-нибудь наблюдения есть? Есть, есть. Игнашка жадный. Ему все мало, мало. Он меня даже от пенсии отжуливает. Друзей нет. Есть приятели. Мишаганов в театр ходить, Лида Крушева по магазинам, а вот товарищ в банк за деньгами. Да нет, ну ее, наверное, даже толком-то не рассмотрели. Я вам... Вот. Посмотрите, а я лягу, извините. Это кто? Не знаю, неважная фотография. А вот? Тоже не знаю. Я ни с кем из любимых приятелей не знаком. Вот. Это моя работа. Неплохо, да? Неплохо. А кто это рядом с Любой? Это подруга Любы по дому книги. Валя ее зовут. Витя, я сказал, не знаю никого. А когда же познакомились? А вот за 5 минут до этой фотографии. А что тут отрезано? Вот это чье плечо? Это знакомый, это и Вали. Знакомый, да. Что ж вы так разлучили со знакомым? Ну, видите, он не соответствовал общему настроению этюда. Он какой-то такой же, ну, не соответствовал. Когда это было? Это прошлую получку, 7 октября. 7-го? Да. У вас негативы сохранились, эти фотографии? Ну, должны быть. Можно мне их взять? Конечно. Дай вот эту. Пожалуйста, пожалуйста. А тут еще одна должна быть. Я 2 сделал. 2. И для нее, и для подруги ее. Для этой. Для Вали. Нету. Отдала, видно. Странный старик. Все видел, а лица бандита не запомнил. Новая проблема. То были отцы и дети, а теперь деды и внуки. Тот, видишь ли, у него от пенсии отжуливает. Значит, бандит. Ну, а прибежал этот бандит, как говорит дед. Без 20:12, то есть за полчаса до нападения на кассиршу. Невельскую ранили в 12:15. Да. А дед уверяет, что внук пришел через 5 минут после нападения. А в цвете вы не снимаете? Нет, нет, не люблю цветные фотографии. Убивает фантазию зрителя. Вот. Когда нам снимает на пленку кусок жизни, ну, как она есть, знаете, с
подробностями, там, со всякими, конечно, это может быть красиво, даже прекрасно. Боже, какой у меня кавардак. Это можно восхищаться, восторгаться, это чувствование, понимаете? Можно не думать. Ага, вот, вот. Нет, это старый. Все как в жизни. Не прибавить, не убавить. А в искусстве все-таки в любой работе должна быть какая-то, как сказать, недоговоренность какая-то, что ли. А, ну вот видите, как раз Люба выдает зарплату, ей позвонили. Вот интересно же, по выражению лица, по глазам понять, ну, с кем она там разговаривает. Что за человек? Мужчина, женщина? Какой вообще человек? Вот видите, начинает фантазия работать, подключается. Думаешь? Честно говоря, я сейчас думаю совсем о другом. Простите, пожалуйста, это я... У меня пунктик. А, вот, есть, есть. Сейчас, секундочку. Идите сюда. Шторы задерните, пожалуйста. Вот видите, правильно его отрезан, не нужен он здесь. А чем они занимались все это время? Лида Крошева, она в киноэкспедиции. Уже полтора месяца. Миша Гранов до обеденного перерыва с вышки не слезал. Чинил рекламу на Невском. Кто опрашивал свидетелей на Карповке? Я, вы же знаете, Игорь Васильевич. Просто хотел уточнить. А в седьмой квартире ты был? Был. С молодым человеком разговаривал. Казанский, кажется, его фамилия. С матерью живет. Но ее тогда вообще дома не было. А он только что пришел с работы. Понятно. К этому мы еще вернемся. Дальше, Юра. Поехал в дом книги. Работает там Валя Прошина, узнали ее по фотографии. Старательная, замечаний нет. Со вчерашнего дня в отпуске. Вроде бы на юг собралась. Может быть, навестить? Не надо пока. Студенкин точно помнит, что дал Невельской две фотографии. Все, что касается Невельской, он помнит очень хорошо. Валю Прошину трогать пока не надо. Эх, будь ты неладен. Не идет из головы у меня этот странный дед. Не идет. Не складывается. Там-то как раз все сложилось, Игорь Васильевич. Вы же сами говорили, дед ненавидит внука. Все по логике. По логике. Все по логике. Алавин, направь своего сотрудника на Карповку в жилконтору. Казанский, кажется, в техникуме преподают. Да. Пусть возьмут его фотографию в техникуме и к тебе, в райуправление. А сам давай к пареньку, к свидетелю. Только не напугай его, осторожнее. Возьмешь его и ждите меня в райуправлении. Приезжай в больницу к Невельской. Запиши фамилию хирурга. Поташов Лев Васильевич. Из больницы прямо к Алабину. Я буду там минут через 40.
Неужели ты сам не понимаешь, Игнатий? Это ужасно. Вот черт, не очищается. Ты не слушаешь меня. Это захлестнет. Наташа, я прошу тебя, перестань. Ты совсем не думаешь о нас. Ну, маленькая. Не надо преувеличивать. Ну-ка, перестань. Перестань. А потом, разве в магазине ты купил его себе? Это пальтишко. Что-то зачастил к нам уголовный розыск. Ну-ка, иди. Иди, заяц, иди. Послезавтра жду. Вы разрешите мне пройти к Григорию Ивановичу? Григорий Иванович, в момент нападения вы сидели у окна, так? Эх. Так. Вы увидели ограбление, и через несколько минут хлопнула дверь у вас в квартире, пришел ваш внук. Верно? Так. Так. Вы удивились, отодвинулись от окна, пристроились. Ну что ты меня вертишь? Голова кружится. Потом посмотрели на часы. Так? Нет, 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 Григорий Иванович, вы сюда посмотрели, в сторону двери. И часы увидели отраженными в зеркале. Сколько на них сейчас? Без 20:12. Без 20:12. Но это в зеркале. А на самом деле? 12:20. 12:20. То есть ваш внук пришел домой через 5 минут после ограбления. Точно. Поехали. Два, три. Два, три. Я Нарва. Миронова Наталья Дмитриевна. 1952 года рождения. Беспартийная. Закончила Ленинградский технологический институт в 1974 году. Работает преподавателем в техникуме. Проживает с матерью. Адрес. Каменный остров, Первая Березовая аллея, дом 19, квартира 3. Ну, здравствуй, Константин Сергеевич. Здравствуйте. Давай уточню все по порядку. Давайте. Давай. В прошлый раз ты все рассказал. А ты не помнишь, как был одет преступник? Нет, не помню. Я вспоминал, но никак не вспоминается. Не вспоминается. Ну, ладно. Давай подумаем вместе. Сейчас осень, день ветреный. Ну, что бы на нем могло быть одето? Плащ, костюм, свитер. Темный, светлый. Не помню. Не помнишь. Ну, ладно. А куда ты шел в это время? Я домой шел. Меня с физкультуры отпустили. Сам смотался. С физкультуры? Да, я с мальчиком на острова хотел поехать. Наводнения никогда не видел, а там в первую очередь затопляет. Да, там в первую очередь затопляет, это верно. Значит, шел ты, шел веселый, довольный, прекрасное настроение. Уроков мало задали, ветер дует, вода поднимается. Так? Да. Да. Хорошо. А о чем ты в это время думал? Ну, думаю, зайду домой, поем. Шел ты, шел и свернул на Карповку, так? Да. А тебе в переулке никто не встретился? Нет.
только тетенька впереди шла, кассирша. Угу. А этого я сразу не заметил. Они не разговаривали между собой? Нет, он выскочил и сразу ножом. Так, а кроме ножа у него в руках ничего не было? Не заметил? Чемодан или портфель? Нет, не было. Угу. Ой, вспомнил. На нем был свитер и пиджак одет. Ты точно вспомнил? Точно. Костя, теперь прошу тебя, посмотри внимательно, только очень внимательно. Вот здесь его нет? Нет. А вот здесь? Нет. А вот это не он? Нет, это не он. Нет. А это? Нет. Тут его нет. Так. А здесь? Так это ж тетеньки. Там еще и дяденька есть. По-моему, это он. Ну, ты же сказал, здоровенный дядька, лохматый. Ну, он так внезапно выскочил, сбил с ног. Может, показалось? Значит, показалось. По-моему, все-таки это он. Так вы возьмите меня с собой. Когда арестовывать его будете, я вам сразу его узнаю. Проходите, пожалуйста. Курите? Нет, он бросил. А я не курю, спасибо. Валентина Васильевна, вы знакомы с Невельской? Знакома. А когда вы с ней виделись последний раз? Точно не помню, но недавно. Недели две назад. А что? При каких обстоятельствах это было? Мы с ней встретились на Кировском проспекте, около обувного магазина. О чем вы с ней разговаривали? Я точно не помню. Да ни о чем, встретились и разошлись. А, она мне передала фотографию. Месяца полтора назад один знакомый нас на улице щелкнул. Фотография это у вас? Да, где-то здесь. А что? Можно ее посмотреть? Пожалуйста. Вот она. Вот. Это Люба. Это я. А вот это вот тут кто? Где? Вот чье плечо. Угу. Видимо, случайно попалась, да? Прохожий. Угу. Сделать я должен, подарите мне ее, пожалуйста, ненадолго. Пожалуйста. Вручите. Ну, если бы я знала, что буду дарить, я бы причесалась. Ой, простите, мне нужно собираться. Да-да, пожалуйста. Валентина Васильевна? Да. А был ли с вами кто-нибудь еще, когда вы встретились с Невельской на Кировском проспекте? Что вы сказали? Я спрашиваю, был ли с вами кто-нибудь еще, когда вы виделись с Невельской на Кировском? Знакомый. Кто именно? Олег Саранцев. А где он живет? На Космонавтов. Но сейчас он уехал. 3 дня тому назад. К родителям. Куда? То ли на Дон, то ли на Кубань. А откуда вы знаете, что он уехал? Как же мне не знать, если я сама провожала его на вокзале? Ну и ладно. Уехал так уехал. А все-таки что случилось? Сегодня ограбили вашу подругу, кассира Невельскую. Любу? Да.
Похищена крупная сумма денег. Боже мой. Господи. Неужели ее никто не сопровождал на улице? А почему вы решили, что ее ограбили на улице? Ну, просто я подумала, в прошлый раз, когда мы встретили ее на улице, она как раз шла из банка. И ее сопровождал этот, ну, который нас фотографировал. Ну, вот я и подумала. Ну что ж, правильно подумали. Простите, мне надо переодеться. Да-да-да, пожалуйста. Уезжаете? Да. Ухожу, как говорят моряки. На теплоходе. Куда, если не секрет? На остров Валаам. Я никогда не была. А говорят, очень интересно. Только вряд ли успею теперь. Мне еще до речного вокзала через весь город пилить. А вы не беспокойтесь, мы вас довезем. Довезете? Спасибо. Вот это сервис. Ну а как же? На уровне мировых стандартов. Да, ну садиться не будем. Предрассудок. Пошли. Мы сейчас свернем, тут недалеко. Отвезем товарища Беляева домой. Не волнуйтесь, вы не опоздаете. До свидания, Игорь Васильевич. Васе Алабину привет передай. Поехали. Спасибо, товарищ полковник. Спасибо, что выручили. До свидания, Валентина Васильевна. Счастливого пути. Российский славный птах открывает песнь свою со свистом. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Третий, 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 10 мой. Третий, 10 мой, третий. Седьмой, я тебя слушаю. Мне с
скучно не будет, я тут дружка встретил. Дедушкина внука. Он что, один? Пока один. Ну, прими его по-хозяйски. Смотри, я Нарва. Саранцев, Олег Николаевич. Сведениями не располагаем. В Ленинграде не прописан. Игорь Васильевич, домой? Поедем на Каменный остров. Сиял красотой недолгий мираж в белизне ночей. Был город пустой, как будто он наш и уже ничей. И только для нас в садах расцвели цветы. И в утренний час, когда развели мосты, шептала ты. Разрешите? Милый мой, давай забудем прошлое. Милый мой, желанный мой, хороший мой. Милый мой, нежданный и непрошенный. В мире есть лишь только ты и я. Милый мой, взгляни на небо бледное. Милый мой, не вечно время летнее. Милый мой, моя любовь последняя. Жизнь моя. Но вдаль тепло, остыло тепло белых тех ночей. Весь город кругом, как брошенный дом, он теперь ничей. И ждет холодов в граните. Будьте добры. Пожалуйста. Нева. С чего начнем? Я от Олега Николаевича. Очень хорошо. 46-я каюта. Когда лавка закроется, заходите. Давай забудем про... Уговорили. А? Вот это другой разговор? Нет, я чуть полегче. Желанный мой, хороший мой. Милый мой, тебя вовек не брошу я. Чем вас порадовать? В мире есть лишь только ты и я. Розовый шлейф. Оу, красивое название. Сейчас конструируй. Одну секундочку. Милый мой, не вечно время летнее. Милый мой, моя любовь последняя, жизнь моя. Вот вы считаете, что Игнатий не мог этого сделать? Да. Представьте себе, какой-то человек может прожить долгую жизнь и ни разу не совершить... Не то, что преступление. Проступка не совершить. А почему? В силу каких-то своих собственных убеждений? К сожалению, нет. Только из боязни быть пойманным. Он не ограбил и не убил только потому, что боялся. Посадит. Понимаете? Такой человек всегда живет готовый к подлости. И ждет своего часа. Если придет такой час, он его не пропустит. Он ограбит и убьет. Вот таких я боюсь больше всего. Вы боитесь? Боюсь. Представьте себе, боюсь. И мне горько. Горько от того, что мы еще не научились воспитывать людей с детства так, чтобы они не вырастали подонками. С преступниками мы справляемся. Но как распознать человека, который еще не совершил преступление, но готов к этому? Почему клоун? Может, поэт, писатель, журналист? А? Да, близко. Ну, продолжим игру.
А я все думаю, где же мой ученый друг? Привет, Виктор. Привет. Закрытие сезона? Да. Последний рейс. Швартуемся. С задачей справился. Еще наговоримся, старик. Программа обычная, международная. Да, давай. Начнем с крепкого. Надо снять напряжение. А почему вы не поехали с ним? Не могу видеть этого Виктора. Виктора? Его все так называют. Виктор. Это началось почти год назад. В ноябрьские праздники мы заказали столик в метрополе. Несколько преподавателей. Танцевали, веселились. Потом к нашему столику подсел старый знакомый Игнатий. Вместе в школе учились. Этот самый Виктор. Потом он пригласил нас за свой столик. Познакомился со своей подругой. Совсем девочка. Потом потащил в бар. Там какой-то цыган пел под гитару. И за все платил Виктор. Там его все знали. Называли по имени. Он долго расспрашивал Игнатия о жизни. И когда узнал, что Игнатий собирается защищать диссертацию, спросил. И сколько ты собираешься загребать сирота Казанская, когда тебя увенчают лаврами? Игнатий ответил. Он сказал, а я могу эти 250 здесь за один вечер оставить. Игнатия словно подменили. Диссертацию забросил. Стал нервным, злым. У него появились деньги. Много денег. Деньги, деньги. Какая беда. Ведь он добрый человек. Был добрый. А фамилию Виктора вы знаете? И адреса не запомнили. Где-то за гигантом. Я не помню. Я первый раз в жизни на настоящем теплоходе. А что вы так смотрите? Хочу догадаться, чем вы на берегу занимаетесь. Спокойной ночи. Это вы. Я, к сожалению, не могу вас пригласить в каюту. Я не один. Вы минутку подождите. Да, да. Ну, с собой? Мари, мари, мари. Деньги? Да. Пожалуйста. Запомните, впишите фамилии, как говорится. Высокого вам солнышка и низкой волны. Адью. Спасибо.
Сидите, ну, здесь что? Четвертая каюта. Ох, какой ты тепленький-то, а? Естественно. Вон четвертая там, в конце коридора. А я был там, там, ну, пятая, и третья, а четвертая... Тихо. Найдем четвертую, найдем. Это очень трудно. Ну, вдвоем-то легче. Ну, ладно, старик, договорились. Бывай. Договорились. А где наша не пропадала? Пойду посплю малость. Поспи. Пока. Я тоже сейчас посплю. Иди, поспи. Там на тонких розовых ветвях зарослях черемухи душистой соловей российский чудный так начинает петь. Остров Валаам. Гранитная скала в Ладожском озере. Чудная, романтическая, дикая природа. Петр Ильич Чайковский, гениальный композитор, написал здесь одну из своих изумительных симфоний. Здесь, у русского писателя Лескова, родился замысел написать своего знаменитого очарованного странника. Старинный... Монастырь. Издавна 25 метров души. Ожидается интенсивный подъем уровня воды в реке Неве. У нас на Васильевском опять затопит. Вот это не кстати. Разве наводнения когда-нибудь бывают, кстати? А что, на Ленинград никаких теплоходов? Только экскурсионные. А жители как же их снабжают? Ходят тут старые калоши в сортовало, не знаю. Каждый ли день? Сортовало. Черт. А что случилось? Нет, ничего, все нормально. Здравствуйте. Это полковник Корнилов из угрозыска. Здравствуйте. Я по поводу Невельской. Состояние тяжелое, товарищ Корнилов. Делаем все возможное. Работаем, Игорь Васильевич. Вроде сходится. Минут через 40 будет заключение. Хорошо, жду. Поехали. Вы
Проходите. А вы себя плохо чувствуете, я вижу. Нет, ничего. Просто не выспалась. Угу. Я включу магнитофон. Вы не возражаете? Валентина Васильевна, дайте мне, пожалуйста, тот конверт, который вам вручил бармен на теплоходе. Какой конверт? Тот самый конверт, который вы получили от бармена на теплоходе, около 46-й каюты, в 1:25 прошлой ночью, отчего, вероятно, и не выспались. Спасибо. Так, фамилии, конечно, не проставлены. Я так понимаю, одна путевка для вас, а другая для кого? Другая для... Для одного знакомого. Для Олега Саранцева? Да, для Олега. А что, я не имею права? Нет, почему же? А где сейчас этот Саранцев? Уехал к родителям. А адрес их вы знаете? Нет, не знаю. Нет, не знаете. Ну, ладно. Пожалуйста, внимательно взгляните на эту фотографию. Вы никого здесь не узнаете? Мы говорили уже с вами. Это Люба, это я. Да, это я знаю. А больше никого? Нет. Внимательно посмотрите. Так вот. Отпечатки пальцев на фотографии, которую вам подарила Невельская, идентичны с теми, которые мы обнаружили на месте преступления. Они принадлежат одному и тому же человеку. Когда в последний раз вы видели Саранцева? Я вам уже говорила. 5 дней назад, когда провожали его на вокзале. Там были еще его приятели. Вы их знаете? Видела в первый раз. Взгляните еще раз. Этот человек, который стоит за вами на этой фотографии. Ваш приятель, Саранцев, опасный преступник. Позавчера он тяжело ранил Любу Невельскую, ограбил ее. Он ударил ее ножом в живот. Ножом? Ножом. Нет, вы врете. Не может быть. Не может быть. Хорошо. Вот вам телефон больницы. Позвоните, и вам скажут, что Люба Невельская находится в тяжелейшем состоянии и каждую минуту может умереть. А потом позвонить ее родителям, которые, конечно, будут рады поговорить с подругой дочери. Юра, дай ей воды. Людмила Юрьевна, возьмите трубочку.
Алло, пожалуйста, товарища Беляева, попросите. Студенкин. Это Студенкин говорит. Он знает. Да? Ой, будьте добры, вы, пожалуйста, передайте, что я сейчас говорил с главным врачом, и он сказал, что Люба пришла в себя. Да. Что появилась надежда. Только я вас очень прошу, вы, пожалуйста, передайте. Обязательно передайте. Товарищ Беляев будет очень рад. Он ничего не говорил про нож. И вообще, что он собирает? Ножом. Он сказал, что просто вырвет чемоданчик и убежит. Где он сейчас? Я не знаю. Я правда не знаю. Он от меня скрывается, отправил меня на Валаам, чтобы я в городе не маячила. С тех пор, как мы его проводили на вокзале, я его не видела. И эти путевки он тоже через товарища достал. Как же вы говорите, что проводили его 5 дней назад, когда он позавчера был здесь? Проводили, а он на какой-то станции вышел. Вы давно с ним знакомы? Четыре месяца. Вы бывали у него дома? В Рощино. Он там комнату снимал. А на космонавтов он там поселился только несколько недель назад. Туда не звал. А в Рощино где он жил? На Второй Озерной. Дача 34. Вы понимаете, что совершили преступление? Мы обязаны вас задержать. Это Корнилов. Попросите Александра Васильевича зайти. Валентина Васильевна. Все лето рядом с вами был человек. Нигде не работал. Чем занимался, неизвестно. Где жил, неизвестно. Неужели это вас не волновало? Вы его любили? Нет. Нет. Тогда я не понимаю, что вас с ним могло связывать. Чего вам не хватало? Чего мне не хватало? Да, да, я вас спрашиваю, чего вам не хватало? Я вас спрашиваю не как официальное лицо. Я просто хочу понять. Откуда я знаю? У него всегда были деньги. Рестораны? Пожалуйста. Новые платья? Джинсы? Сапоги, пожалуйста. И я подумала, человек умеет жить. Почему я, как дура, должна стоять за этим прилавком и белого света не видеть? Это лето я не скучала. Да-да, войдите. Игорь Васильевич, вызывали? Передаем сообщение городской комиссии по борьбе со стихийными бедствиями. К 19 часам уровень воды в реке Неве составил 180 сантиметров выше ординарного. Повторяем. К 19 часам уровень воды в реке Неве составил 180 сантиметров выше ординарного. Как бы нам, Юрий Петрович, на обратном пути не застрять? Нам бы пассажиров в роще не заполучить. Тогда переждать можно. Хоть на Валааме побывал.
Красота-то. Пихты, ели, лиственницы. А мы на выходной собирались в Павловск. Но не получилось. А может и хорошо, что не получилось. Дождь. Если Беляев его там не возьмет, он должен прийти сюда. Вода прибывает. Здравия желаю. Уверены, что это Саранцев? Похож, товарищ майор. По приметам все сходится. Я этого типа не раз в поселке видел. Так. А сегодня, после вашего сообщения, гляжу, калифти не топает. Позвонили в управление. Без вас решили не брать. Сейчас узнаем, хорошо ли решили. А расположение дома знаете? Конечно. Пойдем. Приготовить оружие. Открой, Алевтина. Сколько минут до станции? Минуты четыре. Казанский. Вот оно что. Такой, значит, расклад. Пять минут, шеф. Забегу, отдам приятелю книги. Держи задаток.
руки. Вставайте, вставайте, Игнатий Борисович, и без шуток. Бумага? А что же вы думали? Бумага. Мы для ваших развлечений здесь деньги оставим? Игорь Васильевич, это сволочь Вася Алабина финкой. Берите и в машину. Есть. Казанский, вы давно знакомы с Саранцевым? Я никакого Саранцева не знаю. А откуда у вас этот чемоданчик? Вы что ж думаете, что я напал на кассира? Как вы смеете? Я никого не трогал. Я не знаю этого бандита. Я хотел деньги сдать, ну, милицию сдать. Что же вы три дня ждали? Я просто видел, как этот бандит их прятал. Вы понимаете, я шел из техникума. Вижу, он в подвал с чемоданчиком. Я взял и перепрятал. Я хотел деньги сдать, ну. А тут наводнение, я пришел, я бы утром сдал, ну. Знаю я. Запоздал, запоздал. Мне пересчитать их хотелось, понимаете? Пересчитать. Утром я их отдал. Отдал бы в милицию. Доктор, ну что, как Алабин? Пока не очень. Надо подождать. Пойдемте ко мне в кабинет, выпьем горячего чая, а? Спасибо. У вас ведь тоже был нелегкий день.